население, многие называют русским Версалем, именно отсюда президент России и пригласил на ужин. На языке дипломатов встреча Путина и Макрона проходит на полях Русского экономического форума. Если поля эти не Елисейские, то вот дворец Кремля многие называют. На языке дипломатов встреча Путина и Макрона проходит на полях Петербургского экономического форума. Если поля эти не Елисейские, то вот дворец... На языке дипломатов встреча Путина и Макрона проходит на полях Петербургского экономического форума. Если поля эти не Елисейские, то дворец Кремля многие называют русским Версалем. Да, сюда. В России пригласил на русское общество.